Через наши дома будут ходить больные люди, возмущаются жители ЖК «Учитель», что на Московском проспекте. Рядом с ними построили и скоро введут в эксплуатацию новую поликлинику. Воронежцы уверены, что среди их домов будет в прямом смысле проходной двор, а всю территорию ЖК заставят машинами тех, кто приехал в медучреждение. Власти, в свою очередь, уверяют, что ситуация обратная. Мнение сторон выслушала Анастасия Алексеева. Пусть ходят через чужие дома, но только не через наши. В один голос возмущаются жители ЖК «Учитель». Они уверены, что путь в новую поликлинику будет пролегать через детскую площадку. Аргумент один. У забора положили плитку, а значит, здесь сделают проход. Мы бы возмущены, если будут проходить все через эту нашу площадку, потому что будут также ходить и больные люди, больные детки. То есть наши дети, которые гуляют, должны дышать свежим воздухом. Они у нас просто будут взаимодействовать с больными детьми. Будут взаимодействовать, если очень захотят. Ведь для этого им придется специально зайти на территорию медучреждения, сделав приличный крюк. Сквозного прохода через двор проект не предусматривает. Но еще больше жители возмущены, как они выражаются, воровством земли. 1,5 кровных метра, за которые они платят. Их, по мнению людей, превратят в заезд на территорию поликлиники. В начале недели там убрали кривую сетку-рабицу, которая так дорога жителям, и начали устанавливать нормальный забор. Варварство. Строители даже запечатлели на камеру. Жители возмущены, ведь эту территорию они так хотели благоустроить. Правда, за 8 лет существования ЖК, кроме газона с проплешинами, там особо ничего не появилось. Это проезд, это не проход, это проезд. Просто отделяют часть забора, часть общедомовой территории, сдвигают забор сюда. По моему мнению, здесь не должно быть никаких проходов. Для этого достаточно проходов с улицы Конопатова. Это больница, это не только поликлиника. То есть это как форма БСМП. Вероятно, стоит пояснить, что поликлиника и БСМП – это разные вещи. Здесь появится только подстанция скорой. Фантомного проезда не будет, уверяют власти, лишь огороженный с обеих сторон проход, идущий к поликлинике. Выглядеть это будет примерно так. Территорию ЖК действительно задействуют, но не 1,5 метра, а почти в 2 раза меньше. Кроме того, подрядчик бессовестно благоустроит территорию со стороны жилого комплекса, высадит нормальный газон и деревья. Как раз эта дорожка и делается между двумя заборами для того, чтобы предупредить, ну, чтобы людей пустить этот весь пешеходный трафик именно по этой дорожке, чтобы люди не проходили по территории двора. У них на территории установлен шлагбаум, что препятствует заезду любого вида техники, автомобилей. У них это свои условия, то есть никакой парковки во дворах не будет. Чиновники уверяют, если жители не станут препятствовать строительным работам, уже к лету новый проход будет готов. И тогда через их дома уж точно никто ходить не будет.